В Ульяновском кинотеатре «Люмьер» открылся международный фестиваль «Кино без барьеров». Для его проведения площадка выбрана не случайно. Кинотеатр полностью приспособлен для комфортного посещения людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме широких и прочных пандусов, оборудованных при специальном входе в кинотеатр, зеленой площадки для ожидания сеанса, на базе учреждения успешно функционирует кинозал «Люмьер Луи», адаптированный под людей с ограничениями в движении. Вот этот вот кинофестиваль «Кино без барьеров» – это международный кинофестиваль. Существует он уже 5 лет, и уже вот 3 года, как он показывается в Москве. Мы с прошлого года тоже начали хлопотать о том, чтобы кинофестиваль пришел к нам. Вы сами понимаете, имея такой прекрасный кинозал, специализированный, да, для инвалидов, для людей с ограниченными возможностями всех видов, мы, конечно, не могли не заняться этим вопросом, и вот в этом году мы получили, значит, возможность показать эхо этого кинофестиваля. За 7 дней в Ульяновске покажут множество короткометражных зарубежных фильмов, где главные герои – люди с ограниченными возможностями. Это фильмы, воспитывающие уважение к людям разных возрастов и возможностей. Демонстрация одной из программ кинофестиваля состоялась в день открытия. К событию было приурочено подписание пролонгации соглашения об обеспечении прав инвалидов при посещении кинотеатра между Ульяновским кинофондом и областной организацией Всероссийского общества инвалидов. Здесь сегодня вот день открытия именно международного фестиваля «Кино без барьеров», пришли наши инвалиды, но еще привели своих внучат. Это очень хорошо, потому что сегодня показывают и мультики. И эти мультики очень добрые. Они показывают, как именно отнестись к людям, к той именно нозологии, тем слабовидящим, плохоходячим. Это просто именно ихняя доброта показывает, что нужно, как отнестись к людям с такой вот нозологией. Всего пройдут показы 16 короткометражных фильмов, которые состоятся в кинозалах «Люмьер» и киноконцертном комплексе «Современник». Жители и гости региона смогут посетить кинопоказы международного фестиваля до 12 августа. Вход свободный. Ирина Антонова, новости «Ульянской правды».